В Тюмени водителю «Газели», который наехал на коляску с ребенком, грозит 2 года тюрьмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Из-за того, что он нарушил правила дорожного движения, серьезно пострадал человек. ДТП произошло днем 14 июля 2021 года. В этот день водитель на грузовой «Газели» двигался задним ходом во дворе дома на улице Абдорской. Он наехал на женщину с коляской, в которой сидел. Сидели двое малышей, мальчики в возрасте 1,5 и 3 лет. У 3-летнего ребенка диагностировали серьезные травмы. Материал уголовного дела для рассмотрения направили в Калининский районный суд. Санкция части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает следующие виды наказаний. Это ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительная работа или лишение свободы на срок до 2 лет, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.